Сегодня на стадионе «Труд» кипела работа. Спортобъект начали приводить в порядок перед приближающимся чемпионатом Европы по спидвею. Специальная техника «Балавтодора» чистила поле, трек, дорожки. Мы не первый день готовимся. В четверг-пятницу комбинат благоустройства выделяли своих сотрудников. Вычистили все лестничные марши. У нас 24 сектора. На каждый сектор вычищены лестничные проходы. И вот уже третий день работаем с техникой. «Балавтодор» выделил 5 единиц техники КАМАЗов. Сегодня выделил 4 единицы погрузочной техники. Вот. Ну и небезразличные люди с помощью Владимира Николаевича Капитанова также выделили 5 единиц техники. А вот лестничные марши и пролеты между рядами кресел техникой не убрать. Здесь нужно действовать по старинке. Лопату в руки и вперед. Помочь любимой команде – это, мне кажется, вообще святое дело. Просьбу о помощи в уборке территории представители «Турбины» разместили в социальных сетях. Но почему-то балаковцы откликнулись на нее слабо. Помогать любимой команде пришли всего 3 человека. Могли бы, наверное, подключиться волонтеры, но, судя по всему, добровольцам проще показать себя на флешмобах, нежели помочь реально. А ведь работы немерено. Стадион рассчитан на 12 тысяч зрителей, и на гонках он бывает заполнен минимум наполовину. Если бы хотя бы малая часть болельщиков пришла, то работа пошла бы быстрее. Сюда загоняют снегоуборщик, то есть сверху надо скидывать, сверху. Вот. А отсюда на дорожку, с дорожки уже вывезли. Ждать, когда на трибунах снег растает сам, нельзя. Вода потечет на поле, лужи будут стоять долго. Да и таять вся эта масса снега будет долго. А уже 6 апреля, то есть через 10 дней, к нам приезжает трековая комиссия. 6 числа приезжает комиссия решать вопрос с лицензированием стадиона. То есть мы планируем на 3 года получить лицензию для проведения международных гонок. На 3 года. Вот, если докажем, что мы способны, то есть у нас будет возможность проведения на нашем стадионе 3 года международных гонок. Работы на стадионе много, поэтому если любители спидвея захотят помочь, труд всегда их ждет. Честно, ребят, давайте активизируемся и вместе приведем в порядок будущее место проведения первого полуфинала чемпионата Европы по спидвею. А то получается, что покричать за любимую команду во время гонок мы все гораздо, а когда турбине нужна помощь, откликаются единицы. Приходите нам помогать.